Полдня потратим, чтобы его достать отсюда. Хотя бетон свежий. Вроде позавчера заливали, а кто конкретно, сказать не могут. Ага. Скорее не хотят. Бардак у них здесь. Бригады часто меняются, рабочие Средней Азии. Давай хотя бы пальчики откатаем. Значит, у нас тут не здание. Продолжай, продолжай. Нежданчик в виде второго трупа. Может, нам всю стройку прочесать? Найдем что? А здесь что, двоих мало? Личности установили? Да. Первый – это ранее судимый Борис Наговицын, 78-го года рождения. Да ты что? Боря – дантист. Допрыгался, значит. Вроде бы как, последнее время в криминале не светился. Может, завязал? Ох, не верю я в завязавших бандитов, особенно замурованных в бетон. Второй тоже наш клиент? Да, Константин Рябов, 88-го года рождения. По Рябову информации мало, судимость прописана в Омске. С момента смерти прошло уже двое суток. И что самое интересное, ранение у погибших в одном и том же месте. Входное отверстие в лобной доле. Да, их перед смертью нормально так от... побили сильно. У Рябова сломаны ребра, у Наговицына трещина в черепе. Пулевое отверстие в лобной доле от патрона калибра 7,62 с высокой дульной энергией. Да, это калаш, полюбас. Да нет, скорее тульский Токарев. Любимое оружие киллеров. Воронин, учим отчасть. Есть. Я так понимаю, у нас бандитская разборка, да? Инга Тимоха, займитесь криминальными связями дантиста. Да, на него зарегистрирована машина, я уже объявила ее в розыск. Да, еще. У дантиста мать держит бутик, торгует шмотками. Молодняк, дуйте к ней. Работаем! Есть! Почему молодняк? Мы такие же опера, как Инга с Тимохой. И почему нам достаются самые неприятные задания? Да, ненавижу людям о смерти близких сообщать, пусть и бандосов. Ларчик, ты что тут делаешь? Я решила гардероб обновить, а вы куда? Мы на задании. Причем на суперсекретном, Лара Андреевна. Нас Романовский послал по бутикам бандосов ловить. Говорит, негде им больше прятаться. Так что приготовьте ваши документики. Ты все шутишь, Никита. А, это не шутка, мы правда по делу. Ну, замечательно, посмотрю, как ты работаешь. Нет. Нет, ты будешь стоять над душой, когда я веду расследование. Танюш, да что ты стрессуешь? Мы пока маму дантиста будем опрашивать, Лара Андреевна себе по бутикам какую-нибудь вещичку присмотрит, купит. А потом поедим. Мне шарфик нужен. Я обещаю не мешать. Ладно, только ты нас не знаешь. О, молодой человек, для вашей девушки костюм. Чистая Италия. Только у меня. Не-не, она такое не носит. Вы Альбина Викторовна Наговицына. Я Альбина Викторовна. Прекрасно. По поводу сына, вы зря пришли. Я ни слова про Борю. Я имею право, ни слова. Но вам придется с нами поговорить. Ваш сын убит. Как же? Как же? А что? Что же с арендой? Что? Что? Вы поняли, ваш сын убит. Ну вы-то, мусора, не будете переживать из-за этого. Альбина, ну хамить не надо, мы все-таки при исполнении. При исполнении? При каком исполнении? Да я таких при исполнении еще в Тамбове отшивала. Господи! Боря! Боря! Увезли! Боря! Ты, миленькая, поплачьте. Поплачьте. Вам станет легче, я знаю. Поплачьте. Позавчера он поздравлял с днем рождения. Всегда помнит. Всегда помнит. Он розы. Стоят, до сих пор стоят. Он пришел, позвонил в ресторан, он столик заказал и пропал. Дать бы вам в лоб за такую работу со свидетелями. У нее сын погиб, а вы козыряете удостоверениями и морали читаете. Лара Андреевна, но он же не космонавт, он бандос. Какая разница, Никита? Она же его мама. Ба, я поняла, мы были неправы.
Меня Романовский к себе вызывает. Машину на Давидсона нашли. А, Танюш, стой. А он не пишет там, мол, без Воронина дело не раскрыть? Не-не. Странно. Два дня уже стоит, а бомжи деньги не растащили. А у них чуйка на такие машины. Они их за километр обходят. Встречу с хозяином можно не пережить. У вас такой же джип. С волками жить. В бардачке нашла. К материалам дело. Тимок, что там? Кирыч, ай. Я нашел. О! Ну, просто привет из лихих 90-х. Вас это радует? В нашем славном городе на двух бандитов стало меньше. Но они тоже люди, их убили. И за их убийство мы обязательно закроем других бандитов. Общий вывод? Дышать стало легче. Вот такая математика, Татьяна. Тимох, гильзы на экспертизу и поторопи их, ладно? А мне что делать? Приберись тут, перепиши купюры, оформи протокол ОМП. Почему мне самая легкая работа, писанина? Давайте я вместо Тимохи съезжу в лабораторию. У тебя очень красивый почерк. Держи орудие, работай. Спасибо. Что у вас там опять тряслось? Ну, у меня ощущение, что я снова стажер. Хотя наоборот, я сторожила дело. Ну, как Ванюшу, да. Почерк, говорит, у меня красивый. Зачем оперу почерк? Ну, не скажи. Вот у твоего дедушки протокол Илюша Смирнов заполнял. Так сейчас глаза сломать можно. Мне же надо опись купюр с места преступления составить. На пустыре было неудобно писать. Я их сфотографировала. Не торопись, поешь сначала. Да, но Романовский точно с утра потребует. А, кстати, в архиве есть похожее дело. Там, о, вот оно. Там тоже на месте преступления были разбросаны купюры. Я потом почитаю. Вся жизнь и здоровье на потом. Велена Дмитриевна Тимченко, 55-го года рождения. Необычное имя. Французское, что ли? Советское, Петр Ефимович. Сокращение от Владимира Ленина. Она инструктор оргсектора Фрунзенского райкома ВЛКСМ. Жила здесь на 5-м. Предварительно смерть наступила в результате падения с высоты. Может, из 5-го этажа. Обратите внимание, пиджачок. Дырка в ткани фиксируй. Что со свидетелями? Соседка с 4-го слышала шум. Как раз программа «Сегодня в мире» началась. 23.15. Сейфуль Мулюков про Ливан рассказывал. Там у них флаг такой любопытный. Про Ливан потом. Леша, что конкретно слышала соседка? Голоса на лестничной клетке. Тимченко с кем-то ругалась. Потом крик, удар и тишина. Картина преступления в трех словах. Молодец. Соседка не разобрала, с кем именно ругалась погибшая? А нет, минут через 5 вышла на лестничную клетку, увидела труп и позвонила в милицию. А, да, и еще внизу дверь подъезда хлопнула. Что остальные соседи? Шум-то был на весь подъезд. Как обычно, ничего не видели, ничего не слышали. Понятно. Моя хата с краю. Да. Вот где наша комсомолка порвала пиджак. Как же она спиной зацепилась? Допустим, она стояла здесь, потом упала спиной туда, ударилась о перила и... Сама ступилась? Да нет, не сама. Перила для того и придумали, чтобы люди сами не падали. Значит, толкнули. У нас в райкоме Велена зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. А поконкретнее?
надежный товарищ. Пользуется авторитетом в коллективе. Да просто настоящий комсомольский лидер. Скажите, а у погибшей могла быть с собой какая-нибудь крупная сумма денег? Как же сразу-то не подумал. Денег нет. Что за деньги? Вчера Велена собирала в первичках добровольные взносы трудящихся. На что собирали? Помощь чилийским коммунистам, томящимся в застенках Пиночета. И много трудящиеся сдали? Итогового отчета у меня пока нет. Но я обязательно уточню в первичных комсомольских организациях и сразу же вам сообщу. Уточняйте. Сейчас? $6720? Там еще копейки. В любом продмаге 400 рэ обязаны сдать в банк в конце рабочего дня. А тут девушка таскает с собой по городу сумму в 7000. У нас, извините, не магазин, а помощь чилийским коммунистам – это важное политическое дело. Уже уголовное. Ну, по крайней мере, теперь у нас есть мотив ограбления. Лёш, займись делом. Да, неплохо живут комсомольские работники. И весело. Судя по гардеробу инструктора райкома, её личная жизнь сильно отличалась от жизни общественной. Кино я смотрел. Хорошее кино? Да нет, там про каникулы одной греческой студентки. Лёш, этот фильм в списке Минкульта идет как порнографический. Да я в гостях и мельком. Ладно. Так, давай, что у нас есть? Накануне гибели Тимченко объехала 6 вузов. Собрала взносы, а в 19:00 отпустила райкомскую машину. Да, в 23:15 она погибла на пороге своей собственной квартиры. Кто-то за ней проследил, подкараулил у квартиры и ограбил. Надо студентов шерстить. Лёш, грабить легче внизу, в подъезде. Дождался, ударил, деньги забрал и на улице. Думаю, Тимченко была знакома с убийцей. Ну и с чего начнем поиски? С ответов на 2 вопроса. Почему погибшая не завезла деньги в райком? И где она была с 7 до 11 вечера? Ну, Петр Ефимович, чем порадуете? По глазам вижу, что что-то нашли. Ну, в крови у погибшей обнаружены следы алкоголя. Но самое интересное – это содержимое ее желудка. Что интересного может быть в желудке? Нет, у вас, молодой, ничего интересного. О, погибший. Занятный набор. Не томите. Свинина. Овощи. Но самое необычное – бамбук. Как водочки, что ли? Кто же ест бамбук? Ну, я пробовала недавно. Это ростки такие, они очень мягкие. Зина, где ты нашла ростки бамбука в Москве? В ботаническом саду, наверное. Знаете что, Алексей, вы, может быть, и разбираетесь в бандитах, а я специалист по общепиту. В ресторане я пробовала. Знакомый дипломат угощал. Ну хорошо, не дипломат, а работник УПДК. Но с дипломатом. Что за ресторан? Пекин, конечно, на Маяковке. Лёша. Ничего. Сгоняй в ресторан, покажи фото погибшей Тимченко. Напрасно вы чебуреками манкируете. Вкусно. Приятного аппетита. Нам тут одна птичка напела, точнее, дятел настучал, что Наговицын наш ушел в строительный бизнес. Контролировал поставки бетона. Боря дантист не дурачок был.
Без бетона любая стройка встанет. Экспертиза по гильзам и пулям готова? Готова. Оружие засветилось в двух других убийствах. Жертва – среднеазиатские рабочие. Убита 2 недели назад. О как! А вот это уже реальная зацепка. Вероятно, кто-то решил отодвинуть Наговицына от выгодного бизнеса. Похоронили Дантиста в его же бетоне. Кто ведет дело по рабочим? Коллеги из Южного округа. Установили личности, но дальше дело пока что не движется. Ну, естественно, кому охота рвать спину из каких-то гастеров. Так, Тимоха, прорабатываешь объекты, где был завязан Боря Дантист. Есть. Инга и Никита, займитесь убитыми рабочими. Эй, эти коллеги на нас 2 трупа спихнут сейчас. Это моя забота. А пока вы аккуратно отрабатываете возможные связи погибших с Дантистом. Вперед! Вперед, вперед, вперед! А я, мне что? Что мне? Что-то красивым почерком заполнять снова? А, ты здесь. А ты в машине Наговицына фото парня нашла? Поработала с ним? Когда ночью? Так поработай. Установи личность. Определи, какое он имеет отношение к покойному, ну и так далее. Ничто тебя учить. Вот это все надо узнать по одному фото. Ну ты же потомственный сыщик. Генетику включи. Характер ранений тот же, что и по Наговицыну с Рябовым. Да, даже входное в том же месте. Да, но есть отличие. Этих двоих сначала тоже избили, но на костяшках и на тыльной стороне ладони ссадины. Значит, получается, что эти защищались. А Наговицын и Рябов не дрались. Да, гастеры оказались крепче, чем наши русские бандиты. Одежду бы их глянуть. А вот на них было только нижнее белье и спортивные штаны. Странный прикид. Может, из общаги вытащили? Ну так поехали, съездим в общагу. Или где они там живут. Пообщаемся с их друзьями, у них и спросим. Не, Ингуш, я переживаю, что даже фейс-контроль там не пройдешь. Там мужики с женщинами не церемонятся, особенно с такими миловидными. Это сейчас был наезд или комплимент, малыш? Я просто уточняю. Тут ты сама решай. Тут гастриком я один пойду. Ну да. Ты ж как-то побольше на них смахиваешь. Быстрее договоритесь. Танюш, ну поешь уже, посмотри, как красиво. Романовский достал уже напоминать, что я внучка легендарного сыщика. Включи, говорит, генетику. Ну вот как по одной фотографии найти человека? В Москве 1000 таких парней. Танюш, здесь на заднем плане в витрине какая-то реклама. Скидки на итальянские вина последний день. Такая акция в магазине «Невероятное Эль Вино» была. Я там 2 бутылки ко дню рождения прикупила. Ну и что? Таких магазинов штук 300. Романовский что думает, я волшебник, искать иголку в стоге сена? Танюш, ты не злись, а докажи ему, что ты действительно внучка легендарного следователя. Да-да, я сейчас только генетику включу. Или на сайт магазина зайду. Эль. Невероятное Эль Вино. Акция закончилась 2 недели назад. Фотография была сделана в последний день. Значит, мы знаем время. Теперь надо узнать место. Ну, давай, давай, посмотрим еще. Посмотри, что-то беленькое. Это что, носовой платок? Ларчик, носовой платок только ты в наше время носишь. А может быть, белая шапочка? Он работает на кухне. Или в медицинском учреждении. Может... Да, точно, у него ручка из кармана торчит. Ну, посмотри, посмотри, может быть, еще что-то найдешь. Да ничего. Ну, рабочий кабель тащит. Дай. Спасибо. У него логотип какой-то на спецовке. Компании сказали, что ремонтные работы они проводили именно здесь, в тот день. Ага. Смотри, тут есть поликлиника. Вот, смотри. Да, 3 медицинских центра и 2 косметологических салона. Ага. Давай разделимся, так быстрее. Да. Танюш, только мне нужна фотография. На, держи. У меня пусто. В медцентрах ничего нет, но я нашла ветеринарную клинику. Ну, не тяни. Его зовут Алишер Кубаев, ему 23 года, он из Узбекистана. И вот тебе его
Домашний адрес и мобильный телефон. Ты гений, ты это знаешь? Это хорошая новость, но есть и плохая. Он уже 5 дней не выходит на работу и на звонки не отвечает. Пропал. Это значит, что мы на верном пути. Лёш, от Маяковки до Мура 20 минут пешком, а ты где-то 2,5 часа шатаешься. Я опрашивал в ресторане свидетелей. Угу. Пятно, наверное, от соуса? Меня повариха уткой угостила с бамбуком. Неудобно было отказываться. Вот как? Да. Я налаживал контакт со свидетелем. Наладил? Да. Официанты опознали Велену Тимченко. Она тем вечером ужинала у них. Одна ужинала? А вот это самое интересное. Компанию составил наш старый знакомый Душинин. Он расплатился. Любопытно. Сейчас я руки-то кому-то поотрываю. О, это вы, товарищ майор. Товарищ лейтенант. Чем обязан? Да вот, решили напомнить тебе, товарищ Душинин, про постановление о борьбе с тунеядством и нетрудовыми доходами. Забудешь такое. Каждый вечер перед сном перечитываю. Судя по машине, плохо перечитываешь. Папина машина. Я давно встал на путь исправления. Тружусь на благо Родины. Лаборант в геологическом институте. Лёша! О! А лаборанты у нас сколько получают? Рублей 90? Где-то так. А он позавчера в ресторане полтинник оставил. О, ничего себе. Ага. Наверное, шикует. Так 40 рыжих у меня осталось. Мне хватит. Велену Тимченко откуда знаешь? Какую еще Велену? А, Велену. Познакомились в ресторане. Подсел ко мне за столик. Ну, я ее ужином угостил, да и все. Ну, а все, это инструктор райкома ВЛКСМ. Одна по кабакам ходит. А что, раскомсомолка, значит, не женщина? Или что это у нас теперь Мур за нравственное воспитание граждан отвечает? Ну, если граждан находят мертвыми через час после встречи с тобой, то... Слушай, она сама ушла из ресторана. Сама. Я там еще час до закрытия сидел. Спросите у швейцара. Спросим. У Тимченко что по себе было? Да ничего не было. Ну, костюм такой, а-ля Фурцева. Да красная сумочка. Деньги были? Ты не видел никаких денег. Я сам за нее заплатил. Вы же меня сами тут полтинником попрекали. Аванс дали. Расслабься, это с места преступления. А Душинин правду сказал. Швейцар лично посадил нашу комсомолку к знакомому таксисту. Нашел таксиста? Да. Он привез ее к дому в 23:00. Тимченко заплатила трояк, и одна вошла в подъезд. И сумка была с ней. А на месте преступления никакой сумки не было. Да. Так... Убийца забрал ее. Там точно были взносы. А когда сумку отнимал, 420 рублей и рассыпались. Но трудящиеся сдавали по рублю. У нас здесь новенькие червонцы одной серии, да еще номера подряд. 7 тысяч по рублю – это ж куча денег. Может, Тимченко обменяла мелкие купюры, чтобы не таскать? Сберкасса работает до 20:00. В принципе, могла успеть. Леш, составь запрос в Госбанк. Нужно выяснить, куда поставлялись купюры с такими номерами. Лёша, есть одна идея. Ну-ка, записывай. 591, 5911. Ну и почерк у тебя. Это номер последнего червонца из протокола ОМП. А теперь вычесть из него номер первого червонца. 591, 5411. Ровно 500. Вот, круглая сумма. Значит, кто-то снял со счета 500 рублей. Еще у нас не хватает 8 червонцев из середины пачки. Может, сумки остались? Возможно, но есть одно но. Посмотри на фото. Ты видишь купюры рядом с трупом? Нет. А, там все 5 этажей были ими усыпаны. Даже по трупам один червонец нашли. Кто-то подобрал 8 червонцев на первом этаже. Да, и его спугнула соседка. Она слышала, как хлопнула дверь. Убийца. Не, он бы собирал червонцы, начиная с 5-го этажа. А ну-ка, разошли номера пропавших купюр торговым организациям. Торгашам делать больше нечего, как нам помогать? Мы их замотивируем.
В управлении торговли Мосгорсполкома прошу принять меры по выявлению фальшивых купюр достоинством 10 рублей и установлению личности граждан, ими расплачивающихся. Номера купюр прилагаются. Ну, правее. Ну, как здесь, вот здесь сделаем. Ниже. Ну, еще... Простите, мне нужна Ульяна Кручинина. Это я. Мне соседи сказали, что вы здесь работаете. Я насчет Алишера Кубаева. Я не знаю, где он. Он 5 дней назад на работу ушел. Вечером от него смс-ка пришла. Вот сейчас. Вот. Не волнуйся, мне не будет пару недель, срочные дела. С тех пор телефон молчит, и... Что с Алишером? Я волнуюсь. Алишер свидетель по нашему делу. Скажите, а вот он часто вот так исчезал без объяснений? Нет, такое впервые. Но он восточный человек, у него характер. Он не привык отчитываться перед женщиной. А кто-то еще может знать, где он? У него дядя в Москве, Мирза Рашидов. Сейчас. У него своя букмекерская контора. Я звонила, но он тоже не знает, где Алишер. Угу. Простите, а вы в каких отношениях? Вы вместе живете? 3 месяца. Вначале просто встречались, а потом я поняла, что люблю его, а он меня. А Алишер не мог вас бросить? Нет. Он бы не ушел, как трус. Хотя мама моя была бы рада. Ну, тут не переживайте. Настоящую любовь ни одной маме не сломать. Вы не знаете мою маму. Мне пришлось тайком из дома убегать. Мы с тех пор не разговариваем. На работе Алишера Кубаева характеризуют хорошо. По нашей базе не проходил. По миграционной линии тоже все нормально. К строительному бизнесу отношения не имеет. Ясно. Как ты его так быстро нашла? Генетику включай. Ну и не отключай. Этот Кубаев просто идеальный гастарбайтер. Это очень подозрительно. Да? Товарищ майор, с докладом про убитых рабочих разрешите? Заходи, вещай. Значит, по первому чуваку инфы мало, второй интересный персонаж Ибрагимов. Разнорабочий на стройке, занимался спортом. Ну ты меня пока не удивил. Так он поднялся внезапно за месяц. Тачку взял, с общаги в хату съехал. Деньги появились. Интересно. Может, начал работать на Боре дантиста? Вот Наговицын интернационалист, да? Всем работу давал. Деньги национальности не имеют. Так, Воронин, сконцентрируйся на его друзьях, спортсменах этого Ибрагимова. А ты, Татьяна, продолжай искать ветеринара дальше. Есть. Ой, какой хороший, красивый девушка в полиции служит. Угощайтесь. Спасибо. Это уже третье. Обычай такой. Чай. Друг беседы между хорошими людьми. Вы сказали, что Алишер улетел домой в Ташкент. Это точно? Да, улетел. Я со своей сестрой, мамой его говорил по телефону. А почему вы не сообщили его девушке Ульяне? Она переживает, волнуется. Захочет, сам ей скажет. Дело молодое, любил и разлюбил. А ты красавица. Пей чай. Угощайтесь, Юрий Николаевич. Mm-hmm. Я дома. О! Здравствуйте, Юрий Николаевич. Здрасте. Танюш, ты вовремя. Мой руки и присаживайся. А Юрий Николаевич принес замечательный чай с травами. Это прекрасно, но чай в меня больше не влезет. Я перепила его, этого Рашидова. А что за Рашидов? Бери стул, садись, рассказывай. Ульяна так тепло отзывалась об Алишере. Неужели она ошиблась, и он оказался просто трусом и бабником? Ну, вообще, очень странно. Ну, допустим, Ульяна влюблена. И она может чего-то не видеть. Но в ветеринарной клинике все коллеги об Алишере тоже говорили только хорошее. Надо запрос в Узбекистан писать. Но пока они ответят, месяц пройдет.
Есть у меня один товарищ, еще по школе милиции. Азиз. Теперь он полковник. И является представителем МВД Узбекистана при Российской Федерации. Круто. Виктор Сергеевич. Леш, что-то срочно? Я на доклад начальству. Сработала ориентировка. Нашлась купюра с места преступления. Где всплыл червонец? В гастрономии, недалеко от дома погибшей. Расплатилась некая Кулешова ГН, 45-го года рождения. Кто такая? Трое детей, работает на хлебзаводе. Муж сидит за кражу с того же завода. Ее продавщица узнала. Живут в одном дворе. Я пока звякну в районный отдел. Звякать не надо. На месте разберемся. Я к прокурору за санкции на обыск. А ты молодец. Мне этот червонец на сдачу дали. Вот еще 5 таких же у нее в кошельке нашел. Номера совпадают. Богато живете, что вам на сдачу 6 червонцев дают. Конечно. Жиру бесимся у себя в коммуналке. Дверь закройте. Все равно к замочной скважине прилипла стерва. Галина Николаевна, слушайте меня внимательно. На этих червонцев кровь убитой женщины. И либо вы еще начинаете говорить правду, либо автоматически станете подозреваемой. Подумайте о детях. Я вечером возвращалась домой со смены. Заглянула в этот проклятый подъезд. А там она мертвая. Видели кого-нибудь? Нет. Там кругом деньги валялись. Но я не удержалась, взяла несколько червонцев. А потом наверху дверь открылась, и я убежала. В дом зачем заходили? Там жильцы богатые. Бутылки сдавать гнушаются, в подъезд выставляют. А мне любая копеечка пригодится. Мам, можно погуляю? Иди сюда, сынок. Мужа алкаша посадили? Давайте меня теперь. Только у меня 2 таких на 5-дневке. Красную сумку погибшей куда дели? Под шкафом она. Денег нет. Я, Душинин ВП, подтверждаю, что взял в долг у Тимченко ВД деньги в размере 6700 рублей. Это расписка. Соврал, Дюша. Оформляем? Оформляем. Как добровольную выдачу вещдоков. Может, это не я вообще написал? Лёш, а ведь он прав. Надо бы экспертизу почерковическую провести. Да, Душинин пока результатов КПЗ подождет. Вспомнил. Я. Моя рука. Глупо отпираться. Одолжил у Велены денег. Зачем такая сумма понадобилась? Волгу хочу новую купить. ГАЗ-24. Мне все же на папиных жигулях кататься. Какую Волгу, Душинин? У тебя оклад 90 рублей. Согласен. Маловато. Поэтому я одолжил. Давно знаешь Елену Тимченко? 1,5 года общались. Ну, вы не подумайте, у нас ни-ни. Просто дружили. А, она тебе так по дружбе решила одолжить почти 7000 рублей? Мир не без добрых людей. Это же законом не запрещено? Не запрещено. Почему сразу про деньги не рассказал? Ну, вот здесь каюсь. Решил, что на шару прокатят. Велене ж деньги уже не нужны. Душинин, деньги, которые одолжил тебе Тимченко, были собраны комсомольцами на помощь чилийским коммунистам. Им-то зачем рубли понадобились? Передачки в тюрьму носить. И тебе скоро пригодятся, если не перестанешь тут шута строить. Да я же не знал, что деньги общественные. Готов вернуть. Только вы мне расписочку тоже напишите. Вот зря мы Душинина отпустили. У него статья на лбу написана. Какая именно статья, Лёш? Брать деньги в долг – не преступление. А если он не хотел возвращать деньги и убил Тимченко? Знаешь, он жулик, но не дурак. Расписку бы не оставлял. А так, получается, расписка – это как бы
алиби для Дюши. Привет. Да. Привет. Привет. Не здесь же. Уголовный кодекс не запрещает целовать мужа, даже если он следователь. Леша, подтверди. Нет такой статьи. Так, у меня пять... Раз, два, три. Так, хватит? Теперь хватит. Знакомый отложил шубку величу для Аленки. Надо сегодня забрать. Ларис, Леше это неинтересно. У Леши тоже будут дети. Им надо учиться. Между прочим. О, Ларис, ты же знакома с Душининым. Чем он сейчас промышляет? Так, товарищ лейтенант, не надо перекладывать свою работу на мою жену. Ну, вообще, я Дюшу 4 года не видела, но могу у знакомых узнать. Стоп! Давай мы сами разберемся. Иди по магазинам, ужинайте без меня. Вечером буду поздно. Намек поняла, товарищ майор. Значит, мое дело – детей растить и мужа кормить. Леша, пока. Пока. Я-то хотел сказать, но... Сколько раз тебе говорил не болтать о делах при посторонних? Ну, разве Лариса посторонняя? Да ну тебя. Так, я опять в райком, а ты займись Душининым. Только аккуратно, не спугни. Вызывали, товарищ майор? Юрий Николаевич, здравствуйте. Танюш, проходи, садись. Как вы? А Юрий Николаевич пришел к нам с информацией по Алишеру Кубаеву. Да. Кубаев дома у матери не появлялся. Границу Узбекистана не пересекал. Значит, Рашидов сказал неправду. Вообще-то Кубаев довольно интересный персонаж. Он закончил сельскохозяйственную академию в Ташкенте. Да, девушка его, Ульяна, об этом говорила. Параллельно занимался спортом. Даже стал чемпионом по боям без правил города Ташкента. А об этом она не рассказывала. Уверен, об этой темной части его жизни она не в курсе. Почему темный? Потому что во время боя умер его соперник. После этого Кубаев перебрался в Россию. Вот как? Да, Танюша. Да, ну ладно. Мне пора. Обращайтесь, если что. Звоните, помогу всегда, чем смогу. Бабушке привет. Спасибо вам. Вот что значит старые советские связи. Ты о субординации что-нибудь слышала? Все международные запросы нужно с руководством согласовывать. Я хотела быстрее. И вы сами говорили, что важен результат. Подловил, оценил. Ладно. В любом случае, твоя инициатива ненаказуема. А Кубаев может быть тем самым киллером, которого мы ищем. Чувствуешь? Что-то я упускаю. Инга, а почему Наговицына кличка Дантист? Учился в молодости в мединституте в Тамбове. Тамбов? Да. А где я слышала про Тамбов? Девушка Алишера говорила про Тамбов, Ульяна, что ее мама родом из Тамбова. Ульяна? Добрый день, это Таня Васильева из полиции. Здравствуйте. Вы узнали что-то про Алишера? Пока нет, но у меня неожиданный вопрос. А кем работает ваша мама? Мама – стоматолог. Ого! Это прекрасно! Мне надо как раз пломбу поставить. А что она заканчивала? Тамбовский мединститут. Правда? Слушайте, а мне там знакомый учился. А в каком году она заканчивала? В 2000-м, кажется. А он в 99-м. А как девичья фамилия мамы? Рубинина. А что? А, ничего, я просто обязательно... Ну, вдруг они знакомы, я спрошу. Я обязательно приду к вашей маме потом уже. Спасибо вам огромное, до свидания. Выпуск 2000 года. Наговицын, Рубинина. Ну вот, и недостающая связь. Танюха, ты молоток. Спасибо. Марина Олеговна, вы знаете этого человека? Да, знаю, молодой человек моей дочери. Видела его пару раз, честно говоря, совершенно не в восторге. Не понимаю, что она в нем нашла. А Борис Наговицын вам знаком? Как? Наговицын? Не помню. Странно.
А вы с ним учились на одном курсе в мединституте в Тамбове. Наговицын Борис? Борис. Борис. Да, что-то. Может быть, но это было 100 лет назад. А тогда откуда у него фотографии Алишера, чьи отношения с вашей дочерью вы активно не одобряете? Ну, так спросите у Бори. К сожалению, не могу, он убит. Как это убит? Застрелен и замурован в бетон. Мама, расскажи правду! Откуда ты? Ты вообще вернись домой, не порть себе жизнь, Ульяна! Мама, если с Алишером что-нибудь случилось, я руки на себя наложу, ты поняла? Да. Я говорила Борису про Алишера. Вот зачем ты постоянно лезешь в мою жизнь? Ульяна, спокойно. Мы встретились с Борисом дней 10 назад, случайно. Он пригласил меня в ресторан. Ну, когда-то в институте у нас был небольшой роман. Ну, ладно, мне пора. Боря, мне нужна помощь. Проблем? Ну да, гастарбайтер один голову заморочил моей дочери. Я уж ее и так умоляла одуматься. Она вот переехала жить к этому своему Алишеру. Сочувствую. Ну, от меня что ты хочешь? Ну, не могут его как-то прессануть. Ну, я не знаю, припугнуть. Ты все такая же напуганная девчонка. Ладно, прессану парня. Фотография нужна. Есть. Скачала с соцсетей. Ну ладно, прости, мне правда пора. Наверное, я ошибся, Марин. Ты уже не та наивная девчонка. Поехали. Алишер просто защищался, а Наговицын не знал, что он чемпион по боям без правил. Хорошо. Допустим, Кубаев вырубил Наговицына рядом. Но их же потом застрелили. Причем из того же пистолета, что и двух среднеазиатских рабочих. Понимаешь? Понимаю, но зачем Алишеру их убивать? Ну вот, найдем его и узнаем. И этим займутся Тимоха и Инга по своим каналам. А ты молодец. Спасибо. Ну, рано радуешься. Ты материал дела хорошо изучила? Да, я постоянно перечитываю. Читаешь, но не вчитываешься. По словам матери Наговицына, в день своей смерти он позвонил с мобильного в ресторан и заказал там стол, так? Да. В распечатке за этот день этого звонка нет. Там вообще подозрительно мало контактов. Может, у него была вторая рабочая трубка с левой симкой? Вот я и нужен, знаете. Нужно проверить все звонки дантиста за последние 2 недели. Есть. Угу. Возьму? Да. Дело не потеряй? Да. Салют. Дюша, привет. Падай за мой столик. Потрясно выглядишь. Прикид фирма. Спасибо. Что ты пьешь? Коктейль Танго. Будешь? Коньяк, портвейн, ликер лимонный, компот черешня. Нет, я предпочитаю виски-кола. О, мать. Это ты со страной ошиблась. Слушай, мы же не виделись с тех пор, как у Владика на квартире урку пришили. Да, 4 года прошло. Слышал, ты замужем. Судя по шмоткам, муж крутой чел? Муж юрист, а сама я работаю в интуристе, переводчик. Круто ты устроилась. За рубежом бываешь? Есть деловое предложение? А, ну, я пока Фромов по Золотому кольцу вожу, но от деловых предложений не отказываюсь. Наш человек
Короче, такая тема. Вам же платят чеками внешпосылторгу. Если кому-то из ваших коллег срочно нужны деревянные, я могу обменять по очень выгодному курсу. 1:2. Ну, буду иметь в виду. Ты номер запиши. Заметано. Я просил не вмешиваться в мои дела. Вить, я не вмешивалась. Я просто случайно встретила старого знакомого. Да, 4 года не виделась, и вдруг, бац, нежданная встреча. Про работу в «Интуристе» тоже случайно наврала, да? Ларис, я следователь, меня сложно обмануть. Вить, ну что ты завелся? Дюш уже не бандит какой-то. А вот этого мы пока не знаем, и... Ладно, дома поговорим. Ну, конечно, ведь мое дело борщи варить и по магазинам ходить. Я не это имел в виду. Зато мы знаем, что связывало Душинина с Веленой Тимченко. Ты прав. Его нужно дожать, но ловить нужно на живца. Я могу стать живцем. О! Нет! Нет! Мне твоя мама не простит, и будет права. Нас с тобой Дюша тоже знает. Ну, давайте подключим оперативника из другого отдела. Нужен солидный человек. Коллега, привет. Ах. Ларис, добрый день. Здравствуйте. Сергеич, я по поводу взносов. Миша, вот... Миш, ты как раз вовремя зашел. Нам очень нужна твоя помощь. Сергеич, я в твоих авантюрах не участвую. Да не боись. Одного барыгу нужно взять. И нужен солидный человек. Такой, как ты. Дюша? Да. Моему коллеге нужно срочно чеки поменять. Он солидный человек. Хочет дачу в кооперативе купить, а там чеки только 1:1 принимают. Рублями выгоднее. Отлично. Он подъедет. Ну что ж, товарищ майор, если я вам больше не нужна, пойду ужин готовить. С меня ресторан. Отдыхай, Клава. Я сама обслужу. Ну как? А чего не так-то? Душинин давно не простачок. Он же опытный жулик. Сейчас так не носит. Зинаида, тебе когда рабочий день заканчивается? Так я уже закончила. Мы от Ларисы. Что место поприличнее не нашлось? Вы нас часом не ограбить хотите? Ну что, мадам, я честный коммерсант. Место для этого дела самое, что ни на есть подходящее. Вы чеки-то принесли? Деньги покажите. Деньги любят счет. Ну что, по рукам или как? Михаил, отдай ему чеки. Пересчитывать будете? Обязательно. Душинин.
души. Ну, на чеках же написано. Не для продажи. Доигрался, Душинин. Это тебе не билетами на квартирник торговать. Это все ваша мусорская подстава. В УПК это называется следственный эксперимент. Лариска стерва мусорам сдала. А вот это ты зря сказал. Леша, прогуляйся-ка. Виктор Сергеевич. Ты экспертом. А может... Иди. А, муж юрист. Так это вы. Душинин, давай-ка решай. Я могу сам оформить тебя по разовому эпизоду с покупкой чеков. А могу дело коллегам из ИБХСС передать, и там тебя уже размотают по полной. Ладно. Деньги я у Елены брал, чтобы чеки покупать. А. Давай-ка обрисуй в двух словах. Брал чеки 1-2. Продавал гостям с юга по курсу 1-3. Угу. За штукаря навар 500 рублей. У Тимченко какой интерес? Возвращал долг с процентом. Коммунисты чилийские могли подождать недельку-другую. Нюша, ты прям акула капитализма. Это мама, я открою. Ларис, возьми сумки, пожалуйста, да? Мамочка вкусненькое принесла. Сидите, Виктор Сергеевич, у меня к вам серьезный разговор. Может быть, у вас в Муре принято ловить бандитов семейным подрядом? Но я категорически против, чтобы вы посылали мою дочь в свои воровские малины. Мама, я жена следователя, и если нужно, я пойду в воровские малины. Вы слышите? Лариса, может быть, ты в Мур пойдешь, поработаешь? Ларис. Мама права. Со своей работой я разберусь самостоятельно. Быстро вы сговорились. Но мама права и в другом. Хватит сидеть дома. Это что значит? Ну, Ленке уже 2 года. Лариса вполне может выйти на работу. А не обманывать своих знакомых, что работает в Интуристе. А Алена с кем будет? Вы ее в КПЗ посадите, чтобы за ней милиционер присматривал? Наверное, придется отдать... В ясли. Какие ясли? При живой бабушке. Ну, знаете. Книги не выбрасывай. Фёдор! Дорогой мой, как здоровье? Твоими молитвами. Только я не обедал еще. Я вообще не вопрос, исправим. Слушай, темка есть. Подпольные бои без правил. Кто, что, где, пробей по своим, а? Есть у меня один знакомый дворник, Махмуд. Азартный человек. Он что-то такое говорил. Понял. Я тебя обедом накормлю, ты вопрос только реши. Не, обедом это само собой. От тебя еще кое-что потребуется. Сколько? Испортил вас капитализм. Книжки посторожи. Без проблем. Федор, ну ты где полдня пропадаешь? Что ты узнал? Значит так, бои проходят раз в месяц. Каждый раз в новом месте. Но ставку можно сделать в одной букмекерской конторе. А, только нужен пароль. Сейчас он Сешамба.
Сешанба. Сешанба. Что это? Это вторник по-узбекски. Привет! А где все? Чего ты наручники терзаешь? Я надеюсь, пистолет ты на мне опробовать не будешь. А я нашла номер рабочей Наговицына. Тариф бандитский. Спросила у его матери название ресторана, куда он звонил перед гибелью. Вот, и Наговицын единственный, кто не воспользовался бронью. С чего бы начать? СМЭ. При чем тут СМЭ? Время смерти. Конечно, нужно проверить, кому он звонил перед смертью. Итак, смерть наступила в период с 9 до 11 вечера. За это время два входящих, один исходящий. Входящий из банка строительной фирмы, исходящий Рашидов. Рашидов! Дядя Лишара Кубаева! Ты умница! Ты умница! Салам алейкум! Сешанба. Ты кто такой? Что тебе надо? Да вот хотел узнать, здесь ставочки на подпольные бои принимают. Бои? Угу. Первый раз слышу. Перепутал, уважаемый. Не-не-не, уважаемый, ты не понял. Я приличные деньги хочу поставить. Устал за лошадками на ипподроме наблюдать. Да? Угу. Никит. Ты что здесь делаешь? Да какая уже разница? О, полиция уже. Mm-hmm. Вы меня обманули. Сказали, что Алишер уехал в Ташкент. Мне так сестра сказала. Разве он не там? Тогда ничем не могу помочь. Борис Наговицына знаете? Кто это? Может, так вспомните? Извините, ничего не знаю. По данным компании связи, 15 июня с телефона Наговицына звонили на ваш номер. Как раз в то время, когда его убили. Еще вспомните про Ибрагимова, который застрелен из того же пистолета, что и Наговицын. Сухраб, мажит! Не дури, парень. Сейчас начнутся бои. Потом я решу, с вами что делать. И вы верите словам какого-то жулика и прощелыги? Уверены, огромный опыт работы и отличная характеристика. Показания Душинина подтверждаются объективными доказательствами. Подождите, но ведь это не имеет никакого отношения к ее убийству. А значит, это обстоятельство нужно как-то обойти, понимаете? Не понимаю. Но ведь это бросит тень на весь комсомол. Ну, вы же член партии, ну должны понимать. А, ну пусть партийный контроль этим и занимается. У Тимченко были какие-то конфликты на работе? Опять вы за свое. Товарищ, здесь райком. У нас дружный, здоровый коллектив. Здоровый? Подождите, ваша сотрудница использовала общественные деньги для махинации, а вы меня только что склоняли к совершению должностного преступления. Я? А, может быть, нам лучше продолжить разговор в море? Я вам повестку пришлю. Понимаете? Понимаю. Не надо в море, не надо повестку. Я вспомнил. Вот, Вилен занималась делами комсомольцев, которых собрались выгнать из Велкеса. Вот это уже любопытно. Вот, пожалуйста, Вяльцев из политеха. Привод в милицию. А социальное поведение? Такое мог и отомстить. Ну, сдался тебе этот Вяльцев. Он 3 года не платит взнос. Уже год не числится на учете. Ему плевать на твой комсомол. Вот у нас... Егор Семеряков. Аспирант, отличник ленинского зачета, участник комсомольских слетов. И вдруг строгий выговор. Думаете, аспирант мог убить? Зачем? У него жизнь, Леша, рушится. Ему как раз есть что терять. Сухие пайки в автобус, да. И не жрать там ничего. Приду проверю, ясно? Извините, а вы по какому вопросу? Что можете сказать о Егоре Семерякове? Открытый парень, отличник, участвует в общественной жизни института,
активен и по комсомольской линии. Любопытно. А почему же тогда стоит вопрос о его исключении из ВЛКСМ? Вам в райком нужно. Это их решение. Елена Тимченко позвонила. Осенью Егора должны были отправить на симпозиум в Прагу. Пришлось составить отрицательную характеристику. Вы же комсорг. Сами сказали, Егор хороший парень. Что я могу сделать, если в райкоме так решили? Когда Елена Тимченко звонила по поводу Семерякова? Недели три назад закончился комсомольский слет, а на следующий день Елена и позвонила. Егор Семеряков был участником слета? Да. Но мне кажется, что он там мог что-нибудь учудить. Он, знаете ли, у нас слишком умный. Ладно, где я могу его найти? А вон он. Знамя! Знамя не порвите! Что, не взяли стройотряд? Да. Велена приказала. А вы кто такой? А что, я милицию на меня написал? А есть за что? Не за что. Ну вот и хорошо. А чего ж тебя из комсомола хотят турнуть? Не знаю. Лицом не вышел. Да нет, вроде все нормально. Велену Тимченко давно знаешь? Я ее раза три в жизни видел. Что ж ты такого за эти три раза натворил, что инструктор райкома лично твоим делом занялась? Вот вы сами у нее и спросите. Я понятия не имею, за что она мне докопалась. 20 июня 23.00 где был? Картошку разгружал на товарной станции. Аспирантам мало платят, но и... Где разгружал? Кто может подтвердить? На продовольственной базе, на Рябиновой. Там бригадир Михалыч, кажется. А к чему все эти вопросы? Елена Тимченко убита. Как убита? Так. Это вы меня подозреваете, что ли? Егор, ну ты умный парень. Как тебя не подозревать? Тебе задаешь вопросы, ты не хочешь на них отвечать. Что, меня арестуют? Да гуляй пока. Только без глупостей. И из города не уезжай. Ну, что мне с вами делать? Написать явку с поминки. Нас будут искать. Боюсь, что перестанут. Строев по городу много. Потом все закроет. Маковицына с Рябовым не скрыл. Значит, среди моих земляков тоже есть халтуршики. Ну что ж, в этот раз повысим мастерство. Есть идея получше, Мирза. А выпусти меня на ринг. Твой боец против мента. Бой век. На ринг хочешь? А что ты теряешь? Ставки какие будут, а? Хорошо. Очень хорошо. Ну, иди. Но она останется со мной. Так что не дури, парень. Тут твоих нет. Здесь только мои люди. Видите? Соби. Салам алейкум, Алишер. Ты кто такой? Ты от дантиста? Не-не-не-не-не.
На Горице он мертв уже несколько дней. Ты не в курсе? Как умер? Застрелен. Ты от него здесь прячешься? Дядя Мерзами сказал, что меня разыскивают бандиты. Ульяна твоя тебя ищет с полицией. Зачем дядя меня обманул? Брат, я не знаю. Мне помощь твоя нужна. Я с подругой убивать будут. Ты же не хочешь пойти соучастником убийства полицейских? Нет. Тогда я тебя молю, в ОВД звякни. Я тебе клянусь, зачтется. У твоего соперника сильные левые. Еще перед ударом он черт глаза. Рахмат, братик. Чай хочешь, а? Васильева, как дела? Вечно, да? Дедушка ночь? Бабушка. Никитос, да ты мужик. Весело. Так хорошо, мы почти не бываем вдвоем. Дома мы почти всегда вдвоем. Нет. Вот так, чтобы только ты и я. А здесь только ты и я. Остальных смыл дождь. Занято! Я сказал же, занято. Мне Инесса Петровна сказала, что вы в магазин пошли. Леша. У Семерякова с Тимченко был конфликт. Я выяснил. Мне пора. Мне надо идти. Завхоз ДК, где проходил комсомольский слет, слышал, как Велина Тимченко грозила стереть тебя в порошок. Что между вами произошло? Ничего. Напрасно вы на меня время тратите. Я ее не убивал. Я картошку разгружал, у меня алиби. Да брось. Нет у тебя никакого алиби. Пока. Твой бригадир ушел в запой. Сейчас в лечебно-трудовом профилактории просыхает. Может, и не вспомнит ничего. Егор, давай. Егор, правду расскажи. Не виноват, разберемся. Сейчас твоя молчанка только против тебя же работает. Правду хотите? Я не пью, Елена Дмитриевна. Выпей.
и давай на «ты». Близкие друзья называют меня Леной. Ты же хочешь быть моим близким другом? Ты выпила лишнего. Слишком много выпила. Хотела расслабиться. Одно не получается. Ты же поможешь мне в этом? Я не хочу. Ты не в моем вкусе. Извини. Не в твоем. А что, ты понимаешь в женщинах? Я много чего понимаю. Я сейчас не хочу. Давайте прекратим. Елена Дмитриевна. Ты слепой, да? Думаешь, тебе все можно? А если я райком партии все это расскажу, а? А кому поверят? Мне или тебе? А? Ну давай, смелей. Самой это не противно. В порошок сотру. Оклемался бригадир. Там, кстати, на КПП его сестра бушует. Требует, чтобы к брату пустили. Ну, так выпиши ей пропуск. Понял. За что вы преследуете моего брата? Сонь, не надо. Вам не стыдно? Уже весь институт болтает, что Егор подозревается в убийстве. Сядьте. Алиби вашего брата подтвердилось. Так что можете забирать Егора и домой. В институт позвоню, все объясню. Пропуск давайте. Вы свободны. В МУР УВД Мосгорисполкома. На ваш запрос сообщаем, что билеты Государственного банка СССР достоинством 10 рублей серии ЭО поступили в сберегательную кассу номер 17 города Москвы. Ответ из Госбанка. Вот список клиентов сберкассы. Опять мимо. Галина Тимченко в сберкассе номер 17 деньги не снимала и не обменивала. Только Семеряковым тоже промашка. Лёш, разуй глаза. И посмотри еще раз список клиентов сберкассы. Восьмой пункт. Штольц С.М. Так это же сестра нашего Егора Семерякова. И деньги она снимала 20 июня. В день убийства Елены Тимченко. София Марковна. А давайте я вам помогу. Вы все знаете, да? Почти все. Вас опознала свидетель Кулешова. Она видела вас той ночью возле дома погибшей Тимченко. Я вас очень прошу. Пожалуйста, не ломайте Егору жизнь. Вот возьмите, это все, что у нас есть. Больше нет. Вы меня купить хотите? Он меня обидел. И прекрасно знает, как это исправить. Ты же взрослая баба. Сама знаешь, что нужно женщине от мужчины. В порошок сотру обоих. Все справки у меня. Дядя твой в Израиль свалил, не так ли? София Марковна. Думаешь, в паспорте исправила брату фамилию, теперь все можно, да? Здесь фамилия. Да я вас, жадов, заверстучую. Вперед всех норовите прорваться, да? Самые умные, самые добрые. Прекратите! С вашим отцом справились, думаете, с вами не справились? Прекратите! Мне теперь в тюрьму? А мне продукты у Егора пустой холодильник.
Присядем, поговорим. Я практически одна воспитываю Егора, все силы в него вкладываю. Что случилось с вашими родителями? Папа умер от инфаркта. После того, как его вычистили из института по пятому пункту. Неблагонадежный. Он был очень талантливый физик, но его отлучили от профессии. Мама ненадолго его пережила. Егор тоже физик. Пошел по стопам отца. Да. Егор гениальный мальчик. Я знаю, я сама с ним занималась. Спросите у его коллег. Я не смогла поступить в институт, но Егор смог. Почему у вас разные фамилии? Я договорилась, ему записали девичью фамилию матери. Паспортистка ухмылялась гаденько, но деньги взяла. Вы же не преступники, чтобы жить под чужими фамилиями. Мы не преступники, мы все время живем и оглядываемся. Вы не знаете. Я Егору умоляла подать документы на выезд в Израиль. Он хотел здесь кому-то что-то доказать. Егор рассказал вам о конфликте с Еленой Тимченко? Нет, что вы. Егор очень гордый. И вы решили дать взятку инструктору райкома. Серьезно думали, что это поможет? Я хотела спасти своего брата. Что теперь будет с Егором? Суд. Позор, это разрушит окончательно его карьеру. Но уверен, суд учтет ваши обстоятельства. Суда не будет. Хотя бы ради Егора. Я уже домой шел. Они остановились возле меня, пистолет приставили, телефон отняли и выбросили. Заставили в джип сесть. Нарвался все-таки буря-дантист. После того, как в Ташкенте мой соперник на ринге умер, я дал себе зарок больше не драться никогда. Зарок дал, а в бою участвовал? Дядя, как я приехал, уговаривал меня выйти на ринг. Говорил, денег кучу заработаю. Я отказывался. А почему передумал? Дядя сказал, меня бандиты ищут. Что он рискует. Денег много дал, чтобы это дело замять. Ждет от меня благодарности. Мы сейчас поедем на вокзал. Ты там сядешь в поезд и свалишь к себе в Узбекистан. А вот это тебе, чтобы мне скучно было. Я не поеду. Ты что, щенок, а? По-хорошему, что ли, не хочешь? Что, щенок, по-хорошему не хочешь, а? Китайка! Проблемы. Да. Очень серьезные проблемы, мальчик. Боря Данте серьезный человек.
Они первые меня начали бить. Круто ты их обработал. Я всегда говорил, ты великий боец. Они придут в себя, и что мне делать? Тебя я спрячу. С ними все сам решу. Зухраб, отвязали еще. Иди, сынок, иди. Все будет хорошо. Просто Махатма Ганди какой-то. А ведь по факту это он бандитов вырубил, стало быть, сообщник Рашидова. Хотя я его за это не осуждаю. Если бы не он, нас Никиту убили бы. Уверен, суд это учтет. Да. Я изучил дела, которые ты вел, а ты вечно лезешь на рожон. Наверное, поставлю тебе на телефон программу слежения, где мой ребенок. Или тебе придется повзрослеть. Наконец-то. Воронин. Тихо. Ты не на ринге. Все нормально. Успокойся. Что там с Рашидовым? Молчит. Русский язык забыл. Показаний давать не будет. Зато его телохранитель вовсю болтает. Что рассказал? Ибрагимова и другого бойца Рашидов приказал убить. Он покалеченных бойцов в расход пускал. Ну, чтобы в больничке не болтали. Кровожадненько. Ладно. Танечка, уличная драка. Здесь быстро учишься. Пропустил, все, больничка сразу. Хватит болтать, показывай давай. Да что болтать, отрабатываем ударчики. Поехали. Кисть легкая, летит. Вот как соловушка летит по инерции. Ну? Еще. Все нормально, вообще не больно. Прости. Да все хорошо. Лара Андреевна, вы Танюшку драться учили, да? Да. Девушка должна уметь себя защитить. Это она делает превосходно. Может, мне покажете пару приемчиков? Танюш, подержи. Никит, ну вот представь, что ты хочешь меня схватить. Давай, попробуй. Так. Ай-яй-яй, больно, я понял, больно. Давай, Танюш. Кто же вас научил-то этому? Танин дедушка. Он очень за меня беспокоился. Начальник мамин знакомый. Так что скоро я буду работать в интуристе. Вот, осталось только характеристику подписать. Ну, с этим же проблем не будет? Конечно нет. Потому что мой однокурсник работает в райкоме. Он мне обещал. Все то у вас с мамой схвачено. Это да. Здравствуйте. Простите. Что у вас, Семеряков? Сестра в бутырке, а меня на свидание к ней не пускают. Сказали, нужно разрешение следователя. Вам, как свидетелю, не положено видеться с подозреваемой? У Сони, кроме меня, никого. Егор, я устрою вам сестровочную ставку в море. Там и повидаетесь. Спасибо. Спасибо. И вам спасибо. До свидания. Жаль его. Теперь вся жизнь испорчена. Жизнь у него только начинается, да? Да. Я прочитала старое дело деда. Он удивительный человек. Я им очень горжусь. А я тобой. И ты очень похожа на него. Так. Что? Знакомую встретила? Это Ульяна. Девушка Алишера. Помнишь, я тебе про нее рассказывала? Она по ходу дела с мамой помирилась. Да. Можно уберечь детей от родителей, желающих им зла. Сложнее защитить их, если родители желают им добра. Так было всегда. И сейчас, и в дни моей молодости. Ба, тебе надо вести блог
мудрые мысли Ларчика. Ну вот ты и пиши за меня. Ладно. А, кстати, как этот парнишка? Алишер, кажется, его зовут. Алишер. Да, завтра с утра смотрят меры пресечения. Надеюсь, выпустят по подписку. Хорошо бы. Как он себя ведет? Нарушений режима у Ждановича нет. Хотя я удивился, когда он вызвался давать показания по старому преступлению. Почему удивились? С администрацией сотрудничать отказывается, а тут сам. Попросил организовать встречу с сотрудником МВД. Понятно. Без обид, младший лейтенант, но никого посолиднее у вас там не нашлось в уголовке, что прислали? Считаете, не справлюсь? Мужчине было бы проще. Все-таки Жданович матерый преступник. Проходит по серьезным статьям. Мы с ним давно знакомы. Считайте, он здесь, в том числе, благодаря мне. Осужденный Жданович, по вашему приказанию, прибыл гражданин начальник. Проходи. Тут по твою душу гость из Москвы. Превратился в бандита. Я просто перешел на другую сторону. Здрасте. Капитан Титаренко, оставьте меня одну с осужденным. Жданович. Смотри, без фокусов тут. Так точно, гражданин начальник. Старая знакомая. Как служба? Не устала еще за убийцами да насильниками бегать? Зачем звали? Ладно. Вижу, не расположен ты к прелюдиям. Тогда к делу. Хочу дать показания по одному старому висяку. Я слушаю. Могу дать наводку по делу об исчезновении бизнесмена Василия Полевых. А с чего такая щедрость? Да запись мне нужна в личное дело, что сотрудничал с органами. Пригодится, когда встанет вопрос о моем условно-досрочном освобождении. Да вы оптимист. Хорошо, я оформлю показания. Да, нет, сейчас говорить не буду. Сначала дай гарантию того, что мне это зачтется. Не в вашем положении торговаться. Как хочешь. Мне все равно тут сидеть. А так дело закроете. Ты вон вторую звездочку на погоны получишь. Жданович, в вашем личном деле может появиться и другая запись. О ложном доносе, например. Ладно, давай по-взрослому. Я укажу место, где спрятан труп. Ну что там, Иваныч? Да подцепили, кажи. Хватай, на себя тяни. А? Давай, давай. Да не то. Берегу ее, заразу. Ставьте вертикально. Ну, аккуратнее говори. Да. Все, цепь давай. Ничего себе, подарочек от уголовника. Что-то рановато, Жданович, буду задумался. Ты ж лет через 5, не раньше. У зэков это называется устроить каникулы. Какие еще каникулы?
Ну, для участия в следствии его этапируют в Москву. Как у вас тут с безопасностью? Стараемся. Последний побег был в 1982 году. Я сам. Безобразие! Обеденный перерыв закончился час назад. А что значит работать без него? У Григорьева ключи от шкафа с химической посудой. Я жду. Ну что ты в него вцепился? Сейчас дубликаты ключей принесут. Юрий Павлович, конечно, светило, но докладную директору я напишу. Погибший Григорьев Юрий Павлович, заведующий лабораторией. Смерть наступила часа три назад в результате удушения. Судя по гематомам на шее, могу предположить, что душили его руками. Вот так. Но сперва ему сломали нос. Сюда нельзя, проходите. А что тут случилось? Да не толкайтесь вы. Что там такое происходит? Леш, разберись. А вы, я так понимаю, заместитель погибшего? Блохина Марина Евгеньевна. Это я видела его последнее. Живым. У нас в час дня обеденный перерыв начался. Кто-то оставался в лаборатории? Ну, девицы сразу в универмаг поскакали, там косметику ГДРовскую выбросили. Мужчины кто в столовую, кто в пинг-понг играть. А Григорьев? Нет, Палыч последним оставался. Шкаф опечатывал. У нас с этим очень строго. Там что-то ценное хранилось. Как я сразу-то не сообразила. Посуда! Посуда, чашки, тарелки, что? Платиновая, химическая. О, немного там посуды хранится. Килограммов 5. Ну, хотя бы у нас есть мотив убийства. Лёша. А ты где, Алёша? Здрасте. Сёмушкина. Из Комсомольца столицы. А вы откуда и зачем? А Ира здесь случайно, по работе. Я теперь в отделе морали и права работаю. Вот, удостоверение. Поздравляю, как вы здесь оказались? Пишу очерк о буднях советской науки. А там, правда, кого-то убили? А это не ваше дело. Алексей, проводите девушку. До проходной. Так точно, товарищ майор. Позвольте. Вот и значит, это нормально. Чего ты довольный такой? Леш, напоминаю, не стоит путать службу и личную жизнь. Вы про Семушкину? Просто встретил знакомое лицо. Кстати, не зря сходил на проходную. Надеюсь. У них при выходе у всех проверяют содержимое сумок. Режимное предприятие. Даже забор под сигнализацией. 5 кг платины в кармане не вынесешь? Да? Да. Проверить территорию, мусорные баки и прочее. Понял. Я еще попросил список транспорта, который выезжал после 13:00. Молодец.
Похоже, преступника надо искать среди сотрудников. Товарищ следователь, не знаю, какой, важно это или нет, но после перерыва до сих пор не вернулся один из наших лаборантов. Это очень важно. Кто такой? Игорь Муравский, он у нас новенький. Что за человек? Ну, к нам по протекции попал. Папа профессор, сын не в отца пошел. И собранный, и мотивации трудиться нет. Молодой, что ли, совсем? Ну, 23 года. Целыми днями музыку в своих наушниках слушает. Плеер у него, кстати, как моя зарплата стоит. Когда последний раз его видели? Так во время перерыва он с журналисткой общался. Она у нас тут третий день ошивается, работать мешает. А давайте я Семушкину допрошу. Допросишь. Позже. А сейчас марш в мусорные баки проверяй. Угу. Молодежь. Все они одинаковые. Спасибо. Вот. Муравский вышел без 5 часов. Я ему еще замечание сделал. Мол, рабочее время упадет от начальства. Значит, его не было в лаборатории. В 13:15 он вернулся. Давайте, доложите подробно обо всех перемещениях Муравского. Он вернулся, сказал: «Салют, дядя Миша». При чем тут салют? Привет по-французски, как у Джо Дассена. Ну, ладно, значит, он до сих пор на территории, правильно? Неправильно. В 14:00 он обратно выскочил. Я ему снова замечание, а он только кепку свою на глаза надвинул и шнырк на улицу. Больше не появлялся. А вот когда он шнырк, у него что-нибудь с собой было в руках? Портфель или сумка какая-нибудь? Нет. В первый раз пакет был. Там джинсы новые, 2 пары. У нас джинсы не производятся, я и выпустил. Значит, вернулся он уже без пакета. Точно так. В целом, показания Ждановича подтвердились. Останки принадлежат мужчине. Застрелили и в бочке законсервировали, классика. Чьи останки нашли, мы пока не знаем. Может быть, это полевых, а может быть и нет. Дождемся экспертизы ДНК. А что там по этому полевых? Василий Полевых, бизнесмен. Пропал в июле 2017 года. Заявление подала жена. Оперативно-розыскное дело уже открыто, но реальных зацепок у коллег из Южного округа пока маловато. У него были проблемы с бизнесом, но ничего конкретного мы не нашли. Походу, глухарь. Мы, конечно, не орнитологи, но с глухарями умеем обращаться. Дело забираем себе. Ну, а коллеги возражать не будут? Да плевать, труп-то мы нашли. А за что сидит Жданович? Танюшке вопрос. Она его с коллегами на зону определила. Васильева, вещай. Антон Жданович, бывший сотрудник МВД, в 2018 году похитил сына инкассатора, совершил ряд ограблений, а также убил своего соучастника, майора Трунова. Это бывший сотрудник нашего отдела. А сейчас решил переметнуться на сторону добра. Ты ему веришь? Не очень. Но зав. Оперчасти в колонии что-то говорил про каникулы. Ну, дело у нас есть, и дело тоже. Хорошо. Устроим экскурсию Ждановичу по местам боевой славы, этапируем в Москву. Какие-то еще есть улики, детали? Пател в бочке есть, да? В куртке была размокшая визитка. Ничего невозможно было разобрать, поэтому я отправила ее на экспертизу. Поглядим. Татьяна, устрой, пожалуйста, опознание трупа вдовы и погибшего. От Полевых только скелет остался. Ну, пусть хоть вещи посмотрит. И часы, и крестик, Вась. На кольце внутри наши с Васей инициалы Е и В. Есть буквы Е и В. То есть вы подтверждаете, что это вещи вашего мужа? Да, подтверждаю. Господи, я все эти годы так надеялась на чудо. Откуда вам стало известно, где находился труп Василия Полевых? Да мой приятель Жора Крупицын еще в 18-м как-то по пьяни сболтнул, что убил Полевых. Он ему крупную сумму должен был. Крупицына застрелили в прошлом году. Надо же. Не знал. Вот беда. Беда.
Удобно валить на покойника, да? Раньше почему молчал? Ждал, когда крупицы намочканут? Я в то время уже на зоне срок мотал. Так что я ни при чем. Что же вы такой пили, интересно, что крупицам так подробно место, где спрятано тело, описал? Ты же сам бывший мент. Вряд ли бы поверил в такую туфту. Ну, это твое дело. Верить, не верить. Ты сейчас на красной зоне? А что, если на другую уедешь, где порядки построишь и уголовников побольше? Ой, как там тебя бывшего мента встретят, а? Слушай, я сам так подозреваемых колол. Со мной этот номер не пройдет. Проверим. Начал говорить, не останавливайся. Ну, был я там, когда Крупицын полевых завалил. Но я не про делах. Показания дам с позиции свидетеля. Иначе разговора не будет. Для начала пойдет. Место убийства полевых диктует, а не пиши. В рассказе бывшего мента такой идиот поверит. Место убийства полевых мы завтра проверим. Коллектор какой-то заброшенный. Вряд ли там следы остались. Все-таки 3 года прошло. Ну, свозим его на следственный эксперимент. Расколем на деталях. Добавим ему еще статью, уже имеющимся. Может, ко мне? А на чай? Там бабушка, и она будет рада. Она дома. А тебе не надоело мое общество? Все-таки целый день в бутырке проторчали. Нет, конечно. Беги домой, к бабушке, красная шапочка. Не опаздывай завтра на работу, ладно? Угу. Привет, детка. У нас гость. Вань. Привет. Привет. Ой, Тиша, задушишь. Отдохнувший. Есть такое. В Черном море купался. А ты, я смотрю, тоже форму не теряешь. Выглядишь замечательно. Спасибо, да я целый день была в бутырке. За столом расскажете, как вы друг другу рады. Да. Давайте. Танюш, а ты чего, Кирилл Дмитриевич, к нам не позвала? Я видела вас в окошко. Да, он отказался зайти. Я рада, что вы отношения наладили. Да, с начальством надо дружить, это полезно. Да я ни с кем не дружу. Хотя Романовский не такой плохой, каким кажется на первый взгляд. Ну, а второй бы раз я на него смотреть не стал. Да и бог с ним. Ты расскажи, как ты, чем ты сейчас занимаешься? Да так, консультирую кое-кого по вопросам безопасности. А кого, если не секрет? Танюш, подай, пожалуйста, салат. И расскажи, что ты сегодня делала в бутырке. Ты помнишь Антона Ждановича? Конечно, как его забыть? Он дал показания по одному старому делу. Его этапировали в Москву на следственный эксперимент. Это еще зачем? Ну, он назвал убийцу и место, где искать труп. Теперь покажет, где и как произошло убийство. Странно, но это же на него не похоже. Наверное, хочет в личное дело положительную запись Люду. Прошу прощения. Не могу сейчас говорить. Ничего без меня не трогайте, я сейчас приеду. Извините, срочные дела, мне надо бежать. Да мы же только не поговорили. Дела срочные. Всего доброго. Ванечка, ну ты заходи к нам! Пришел, напустил тумана и ушел. Кто так делает? Танюш, у него теперь своя жизнь. Чем обязана приходу милиции? Игорь, что ты натворил? Проверяю обстоятельства. Угу. Есть рапорт от участкового. Ваш сын был 2 предупрежден об ответственности за тунеядство.
Мальчик отдыхал после окончания института. Он был в творческом поиске. Тем не менее, сигнал имеется. Мы устроили Игоря в лабораторию. Кстати, сейчас он должен находиться там. Но его там нет. Он не вернулся на работу после обеденного перерыва. Вы из Мура? А? Зачем вам заниматься прогулами моего сына? Игорь попал в беду? Надеюсь, что нет. Валентина Юрьевна, я могу взглянуть на комнату вашего сына? Нет. Я себе не позволяю копаться в вещах своего сына. Тем более не позволю это чужому человеку. Я не совсем чужой. Я из уголовного розыска. Да хоть из КГБ. Если бы у милиции было хоть что-то на Игоря, вы бы пришли сюда с ордером. Ну, нет, так нет. Если Игорь объявится или позвонит, скажите, чтобы он срочно связался со мной. Это в его же интересах. До свидания. Что значит «если»? Оперативная сводка происшествий по городу Москве и Московской области. В ходе вооруженного нападения на водителя мусоровоза на 32-м километре Егорьевского шоссе неизвестным преступником был совершен угон транспортного средства. Вот заключение экспертизы. На шею погибшего Григорьева есть следы талька. Резиновые перчатки используют в лаборатории. Угу, вот я так подумал. Получается, любой сотрудник лаборатории мог задушить Григорьева. Тот же Муравский. Угу. О Муравском. Его мать явно не в курсе, где находится ее сын. Семушкина, что сказала? Да ерунда. Он к ней клеился, но она его отшила. Рад за нее. Почитай-ка сводку. А какое отношение нападение на мусоровоз имеет к нашему делу? Прямое. Он вывозил мусор, в том числе с предприятия, где было совершено ограбление. Так это же сегодня было. А я вчера лично все мусорки проверил. Ох, не верю в совпадение, Алёш. Загоняй-ка коллегам в область, узнай, что к чему. Понял. Фух. А давай зайдем потанцуем. Я сотрудник Мура, мне по должности не положено. А мне сейчас нужен заботливый муж, а не скучный сотрудник Мура. 5 минут. Ну, вот видишь. Иногда и сотрудник Мура бывает полезный. Леша, привет. О, привет. Познакомишься со своей спутницей? Да, конечно. Это? Это вездесущая Семушкина из комсомольца столицы. Это моя жена Лариса. Очень рада. Милые дамы, вы пока потанцуйте, а нам с товарищем лейтенантом нужно пообщаться. Спасибо. Мы скоро. Заниматься не девушками. Вы уже нашли свою любовь, а я только в поиске. Ну, я ж не против. Но про преступников тоже не забывай. Что с мусоровозом? Так, мусоровоз нашли в ближайшей лесополосе. Весь мусор был раскидан. Платину он искал. Он ее в мусоре спрятал, а мы с тобой проворонили.
Я там все посмотрел, не было ничего. Я что, тебя виню, что ли? Нет, он выждал день, когда мы успокоимся. Значит, все-таки сотрудник. Муравский вернулся? Мне бы сообщили. Скорее всего, его подельник. Он выходил с пакетом и вернулся без. Явно с кем-то встречался. Может, опросить жителей окрестных домов? Вдруг кто-то его вспомнит. Хорошая мысль. Фото покажи. Оперативка закончена. Давай, иди уже. Зачем Лёша перед девушкой смущаешь? Это не девушка. Это потенциальный свидетель. Преступление. Мы с тобой также познакомились. Может, это судьба? Ильич указал. Уточню для ясности. Мы нашли их, Никитос, вдвоем. Ну, формально я их поднял с пола. Но я очень ценю твои заслуги. Инга помогла, она светила фонариком. Малыш, а ты наглец. Здравствуйте. 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 Таня, мне сказали, что вы здесь. Есть какие-то для меня новости? Нам известно место, где убили вашего мужа. Завтра проведем следственный эксперимент, и многое прояснится. Возьмите меня на следственный эксперимент. Зачем? Я хочу знать, как убили моего мужа. Для меня это важно. Прошу прощения, мне кажется, так нельзя. Можно, я юрист, и знаю, что в качестве потерпевшей имею право принимать участие в следственных действиях. Почитайте ОПК. Не-не-не, я к Кирычу с такой просьбой не пойду. Хорошо, я поговорю. Нет, идея плохая. Не хватало, чтобы вдова истерику устроила там. Я проверила ОПК на ее стороне, и она это знает. Образованная, все подкованная. Она потеряла мужа, она имеет право знать, какими были последние минуты его жизни. И опять со своими сантиментами. Ладно, можешь взять ее, только ни на шаг не отойдешь. Да. Молодец. Спасибо. Это я не тебе. Чтоб скучно не было. Меня! Чуть голос не выбила. Истеричка чертова. Все нормально? Я же просил тебя находиться рядом с потерпевшей. Может, тебя пристегнуть к ней? Вы простите меня, пожалуйста. Ничего, ничего. Простите. Главное, чтобы вы успокоились. Дышите.
Полевых хотел купить эту дыру. Угу. Крупицын обещал помочь. Угу. Полевых ему деньги передал, тот все тянул. Ну и Полевых, заподозрив неладное, потребовал показать объект. Интересно. А как вы оказались на месте убийства? Да за компанию с ними поехал. Я же не знал, что Крупицын застрелит своего партнера по бизнесу. Ну да. Ну да. Ну хорошо, опишите, что произошло. Где стоял Крупицын, где был Полевых, где вы? Полевых там стоял, я там. Крупицын здесь сидел. Что-то пару минут поговорили, потом резко вскочил и выстрелил в Полевых. Назад! Так теперь еще и контуженный. Идеальный напарник. Все будет хорошо. Мы его поймаем. Не бойтесь. Жданович провелся как сопливых мальчишек. Ай, как девчонок. Закрой рот, Воронин! Пока тебе башку не отвернул. Почему место преступления не было проверено? Проверили. Я лично все облазил. Серьезно? Да. А вот та лестница волшебная, ржавая, через которую бандиты пришли и ушли, она из воздуха возникла? Там не было никакой лестницы. Кирыч, я тебе серьезно говорю, не было там никакой лестницы. Я лично проверяла. Очень плохо проверяли, товарищ старший лейтенант. Надо было еще раз по сантиметру каждый кусок. Слушай, ладно, Воронин, он же ведь Воронин. Ты-то опытный соскарь. Тебе в башку не пришло, что гильзы пролежали в коллекторе 3 года? Это значит что? Что я спрашиваю? На них должны быть следы окисления. Товарищ майор, объявлен план перехват. Значит, возьмем этих гадов. На шоссе, в аэропорту возьмем. Нет. Он останется здесь. Рано будет зализывать. Я его в плечо серьезно ранил. Тем более возьмем. Я зуб даю. Необходима строжайшая секретность. Жданович бывший мент. В органах у него могли остаться друзья. Из бывших, получается, самые опасные преступники. О деле никому. Касается друзей и ближайших родственников. Вы звонили в МУР. Игорь объявился? Нет. Так и не появился. У меня муж на симпозиуме, я не хотела его волновать. У него сердце. Так успокойтесь и рассказывайте, что вам известно. Ничего. Я 2 ночи не смыкаю глаз, обзвонила всех его друзей. Его никто не видел. В моргах и больницах его тоже нет. Чего ж вы в милицию не сообщили? Умоляю, помогите найти моего сына. Вы хотели посмотреть его комнату? Смотрите, может быть, это поможет. Он что, ушел без плеера? А, батарейки кончились, все, но вы сами знаете, дефицит. Вам знакомы эти вещи? Нет, я не знаю, откуда они у Игоря, зачем ему столько. Лейзер бармен, майка НЕ институт, джинсы 2 штуки и С комсомолец. Похоже, ваш сын спекулировал вещами. Так вы из-за этого приходили? Не, спекуляция не самая страшная. Ваш сын Игорь Муравский подозревается в соучастии в убийстве и ограблении. Давить тебе мало. Врешь матери прям в глаза. Я не вру! Гражданка, ну-ка прекратить. Шел бы ты, парень, отсюда. Ну все, за тобой уже пришли. Рассказывайте, что случилось. Кеша домой 2 пары джинсов притащил. Их нашел, мама! Вот эти?
Да, не сухумские. Покажешь, где нашел? Они там валялись, но она не верит. А, я верю. Беги гуляй. Так правда, что ли, нашел? Стыдно, гражданка, на ребенка зря кричать. Показания потом сниму. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Аккуратнее, ступеньки. Сюда. Похоже. Муравский. Точно он. Я по фото сразу определил. Опергруппу вызвал? Да, сейчас будут. Следов крови нигде нет. Значит, его тоже задушили, как за Флаба Григорьева. Преступник предпочитает работать тихо. Как же в эту историю вляпался любитель красивой жизни Игорек? Надо сообщить его матери. Может, его сообщник устранил, как ненужного свидетеля? Может, и так. Ничего странного не замечаешь? Да вроде нет. Охранник на КПП сказал, что Муравский был одет в желтую куртку, красную кепку и солнцезащитные очки-капельки. Всего этого на трупе нет. То есть преступнику была нужна его одежда? И не нужны две пары новых джинсов. А. Лампочку на экспертизу. Есть шанс, что на ней могут быть отпечатки преступника. При быстром нагреве потожировые следы запекаются и консервируются, что идирует криминалистику. А с пропавшей одеждой что делать? Есть у меня одна идея. Вы сейчас кого пропустили? Как кого? Коллегу вашего. Лейтенант Смирнов. Лёш, заходи. Это что за фокусы? Это не фокусы. Вы только что пропустили на территорию режимного предприятия постороннего человека. Так очки же, погоны, форма. Муравского 2 июля вы также, не глядя, пропустили? Желтая куртка, красная кепка, очки, капельки. Вы уверены, что это был он? Да вроде он. Муравский новенький. А их знаете здесь сколько за день ходит? Туда-сюда. Туда-сюда. Вы для чего здесь поставлены? Леша, теперь поймем, как преступник проник на территорию. Прикинулся Муравским. Муравский в обед вышел клиенту продать джинсы и был убит. А после убийца проник на предприятие в его одежде и, возможно... В гриме. Дальше я сама. Ир, давай еще погуляем. Мне правда пора. До завтра. Я из милиции, бросай оружие, выходи с поднятыми руками. Черт. Черт. О! Никотинова. 100% кто-то из стрелков бандосов оставил. Из чего же ты это взял? А я сам так делал в засаде в Перми. Нервы на пределе, курить охота, а нельзя. Жвачка в помощь. Малыш, объясни-ка мне, пожалуйста, что ты пытаешься найти? Паспорт стрелка или, быть может, визитку с адресом, где Жданович отлеживается? Очень смешно. Если есть обертка, есть и жвачка. Он же не может ее просто проглотить. А ты вместо того, чтобы шутки шутить, посвети лучше, а? Вот и она. А тут и слюна, и потовые.
Если повезет, пальчики. Привет, Таня. Привет. Что у тебя то времени в обрез? Ты кому-нибудь говорила о следственном эксперименте со Ждановичем? Нет. А что такое? Он сбежал во время эксперимента. Убил полицейского. Супермен Романовский все-таки облажался. Ты радуешься? На свободе опасный преступник, которого мы с тобой в свое время поймали. То, что Жданович сбежал, это плохо. Расстроен, что не увидел, как с Романовского спесь слетал. Ждановичу помогли. Романовский подозревает утечку. Я еще пока никому не говорила о нашем с тобой разговоре. Что ты знал про Ждановича? Ну, как сотрудник УГРО, ты обязан ему сообщить. Как сотрудник, ясно. А как другу мне что делать, Вань? Как другу, не знаю. Решай сама. Я чист. Хотя Романовский мне еще потрепят нервы. Из принципа он упертый. Ну, нечестно перекладывать всю ответственность на меня. Ну, а что ты от меня-то хочешь? Ты взрослый человек, сама реши, сказать или нет. Действительно, что я тут делаю? Ладно, прости. Есть информация, которая может тебе помочь. Жданович раньше брал заказы на убийство. Жданович киллер? В базе МВД этого нет. Но есть другие источники. Источники от хороших людей, которых ты консультируешь? Нам лучше не общаться какое-то время. Так будет лучше. Кому? И тебе, и мне. На удачу. Вызывали? Что это? Ты зачем встречалась с Дудиным? Я уже сказал, информация про Ждановича секретная никому. Вы за мной следите, вы мне не доверяете? Как я могу тебе доверять, когда ты скрыла встречу с Дудиным? Ваня мой друг, он к этому делу отношения не имеет. И я не обязана докладывать о своей личной жизни. Слушай, я вам свечки держать не собираюсь, но ты сама пораскинь мозгами. Дудин уволился из органов так же, как и Жданович. Каждый может уволиться. Не перебивай! Дудин дружил и работал с Труновым так же, как и Жданович. А эта история про бабушкино наследство, на которое он якобы купил свой кабриолет, тоже подозрительная. Ваня не предатель. Да, не эмоции на службе вреде, а только фактам можно верить. Ужасно вот так подозревать близких и друзей. Да, привыкай. Я не верю, что Ваня в чем-то замешан. Романовский просто его не знает. Но они сразу не сошлись характерами. Я чувствую себя ужасно. Ваню подставила, Романовского подвела. Может, мне и правда не место в уголовном розыске? Ты об этом не у меня спрашивай. Ты спроси у близких родных жертв, ради которых ты под пули лезешь. Пойду заем горе. И то верно. Насытый желудок и переживать легче. Ва. Представляешь, дед бывал в колонии, куда я ездила. Тут тоже осужденный бандит сбежал на свободу. Ух ты! Вам как обычно, да? Коля! А ну давай домой. Закрыто. Все, 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 все. Давай. Иди, говорю. Музей. Давай, Коля, домой, говорю. Закрыто. Преступник, видимо, следил за мной. Но при Семушке не стрелять не стал. Побоялся ее зацепить. Леша, а ты зачем на свидание с девушкой с собой табельное оружие таскаешь, а? Пыль в глаза решил пустить. Оно же пригодилось. Пригодилось, не спорю. Объяснять устанешь, зачем применил. Теперь придется рапорт писать. В рапорте укажешь, что допрашивал Семушки.
как возможного свидетеля ограбления. Так будет спокойнее нам и начальству. Зачем он стрелял? Он же не думает, что после его пальбы мы испугаемся, прекратим расследование. Если бы хотел убить, стрелял бы наверняка. Наш преступник умный, наглый, расчетливый, образованный. Так говорите, как будто лично его знаете. Ты его тоже знаешь. На лампочке отпечаток нашего старого знакомого Дениса Сергуева. Четыре месяца назад. Местные читались, что утонул в реке. Вот дает, такого оборотня упустили. Нет, он здесь, в Москве. Почему вы так уверены? А кому он будет забывать 5 с лишним килограммов платины? Металл дорогой, но редкий. На зубы или ювелирку не подойдет. А, простите, пожалуйста, вот, вы знаете, у меня у подруги муж дипломат. Так вот, он ей из Парижа привез платиновое кольцо с бриллиантом. Ну, там так модно. Так знаете, какой она ему скандал устроила? Ну, почему скандал, Зин? Ну, как почему? Потому что платина, она же выглядит как серебро. Можно спутать, а вот то ли дело золото. Там сразу видно, что это дорого и богато. Отличная идея. В Союзе большая партия платины сразу привлечет внимание. Но ее можно продать за границу. Сергунин не будет долго ждать. Деньги ему срочно нужны, поэтому покупателя он, скорее всего, нашел заранее. Да, в поезде и самолете 5 килограмм платины не спрячешь. Значит, покупатель пересекает границу на автомобиле. По информации с Лубянки, под эти критерии подходят 3 иностранцев, которые сейчас находятся в Москве. Это с чего коллеги с Лубянки расщедрились? Знакомые у нас общие. Из ЦК. Нужно проверить все места, где могут быть эти иностранцы. Гостиницы, валютные бары. Обидно. Хорошая у нас была колония. Образцовая. Про нас даже в газете писали. Ну, может, еще где напишут. Если у вас такая образцовая колония, как Сергунин умудрился побег совершить? Пробрался, сволочь, в машину с мусором. Таким образом и покинул периметр. Хотите убедить меня, что он в одиночку все провернул? Видимо, кто-то из расконвоированных и из числа обслуги ему посодействовал. Об этом потом поговорим. Почему решили, что он тонул? Места здесь глухие. Собаки взяли след, но в районе реки он оборвался. Позже нашли его телогрейку и сапог на берегу. Тело не обнаружили. Всплыл Сергунин в Москве и убийство уже совершил. Думаю, когда он бежал, его ждал сообщник с документами и одеждой. С кем Сергунин общался из заключенных? Особо ни с кем. Активистов тут не любят. Значит, будем допрашивать всех. Сергунин в братве с презрением был. Он сам хоть и по серьезной статье, не из блатных. Она с него уважала, во взгляде читалась. Инциденты были какие-то с его участием? Мы хотели его проучить. Но он с кумом спелся. Организовал самодеятельность из числа мужиков. Сергунин пристраиваться умеет. Так а я о чем? Активист красноперый. А такого тронь кум всю колонию раком поставит. Хотя, когда этот хмырь на волю рванул, нас всех и поставили. Получается, подставил товарища Сергунин. А где вообще справедливость, гражданин начальник? Фраер на свободе, а реальная братва из-за него страдает.
Так вот и помоги мне этого фраера обратно на нары вернуть. Есть соображение, кто ему помог с побегом? Среди наших не ищите. Сергунину кто-то из Вохры помог. Зуб даю. Например, кто? Да тот же конвойный Филипчук. Он тоже на самодеятельности был. Они с Сергуниным вечно вместе ходили. Кто такой Филипчук? Сволочь. Однажды целый отряд загнал в канаву с ледяной водой. За шутки невинные. Но он жадный. За деньги все, что угодно может сделать. Проверено. Чего ж ты про Филипчука следствию не сообщил? Со следователем из Мура пообщаться можно. А с лагерной Вохрой западло. Майор Бубнов, зайдите, пожалуйста. Где сейчас конвойный сержант Филипчук? Филипчук? Он того. Уже на дембеле? Филипчук дежурил в день побега Сергунина. Дежурил? На КПП. Че лыбишься? Штрафной изолятор захотел? Майор Бубнов, я лично проконтролирую, чтобы осужденного Черпакова перевели в другую колонию. А сейчас мне нужна вычья связь. Есть. Коллеги из Твери сообщили, что мать Филипчука после возвращения сына резко разбогатела. Купила корову, цветной телевизор, крышу перестилает оцинкованным железом. Проворонила я предателя. Теперь точно повышения не видать. А сам Филипчук уехал отдыхать в Сочи. Мы его подозревали. Но мы же как лучше, чтобы ссор не выносить и проблем не было. Дальше делом о побеге будет заниматься военная прокуратура. Эх, хорошая была колония. Mm. Образцовая. Это что? Заметка про колонию. Почитайте. Автор заметки Ирина Семушкина? Юрий Николаевич, а что вы тут делаете? Танюша, привет. А вот, зашел коллегу проконсультировать. Да ты не волнуйся, все в порядке. Работай спокойно. Ну ладно, бабушке привет. Да. До свидания. До свидания. До свидания. Тема с Дудиным закрыта. Иди работай. А что? Закрыто. У нас, помимо сбежавшего Ждановича, труп Василия Полевых в морге. Сконцентрируйся на его убийстве, ладно? Спасибо. Танюш, что там? Визитка Полевых. Эксперты смогли восстановить только номер телефона. Покажи-ка. Пожалуйста, я уже звонила, это колл-центр по доставке продуктов. А пробей, может, 3 года назад этот номер на кого-нибудь другого был зарегистрирован. В 17-м это был номер офиса адвоката Бориса Баршая. Никит! Класс! Бам! Никитос, танцуй. Есть результаты по твоей никотиновой жвачке из коллектора. Ого! Да я сегодня звезда отдела. И еще там? Идентифицировали отпечаток пальца. И тут нежданчик. След оставил некто Вадим Пасохин. Вадим Пасохин. Угу. Вадим... Вот 27 лет, осужден за грабеж, вышел 2 месяца назад. О, а он сидел в той же колонии, что и Жданович. А я о чем? Жданович вербовал себе бойцов прямо в колонии. Пошли обратно, Викторовича. Да. Ладно. Ларчик, привет. Ты занята? С
Зуев приходил к Романовскому, и тот перестал подозревать Ивана. Почему? Ларчик, ты явно в курсе. Ва? Ва, ты меня слушаешь? А почему я должна быть в курсе? Ну, я звонила Юрию Николаевичу, ну, рассказала про Ивана. Ну, я знаю не больше тебя. А что Зуев тебе сказал? Обещал разобраться и просил меня не вмешиваться. Да что это за тайна такая, Ванина новая работа? Вот именно что тайна. А сказал, что это дела внутренние, служебные, секретность. И я поняла и отстала. Понятно, что ничего не понятно. Романовский тоже эту тему прикрыл. Арчик? Ба! Ты где витаешь? Тань, ну ты что меня сюда позвала из-за Вани? Нет, я... У тебя есть кто-то в Израиле? У каждого кто-то есть в Израиле. А тебе кто конкретно нужен-то? В 17-м был такой адвокат Борис Баршай. Он сейчас уже отошел от дела, уехал в Израиль. Мне с ним надо как-то пообщаться. Да, я слышала про Баршая. Большой специалист по бракоразводным процессам. Откуда ты это знаешь? А тетя Дина пользовалась его услугами, когда со вторым мужем разводилась. И, как ты понимаешь, теперь у нее все в порядке. Здравствуйте. Добрый день. Вы меня ждете? Что-то еще случилось? Нет, я хотела просто с вами поговорить, а у вас телефон не отвечает. Батарея, наверное, разрядилась. Екатерина Владимировна, а вы знали, что ваш муж собирался с вами развестись и обращался к адвокату Баршаю? Нет, не знала. Но Баршай очень хороший юрист, он наверняка объяснил Васе, что при разводе тот мало что получил. Почему ведь при разводе все пополам? Не все. Наш с Васей бизнес был построен на деньги моего отца и юридически очень хорошо защищен. Не понимаю, вы так спокойно об этом говорите. Получается, он вас не любил? Получается, что так. Ну, я-то его любила. Опять ты со своим любил, не любил. Но она даже не плакала, когда муж хотел с ней развестись. Ну, значит, у нее реакция такая, вглубь, а не наружу. По крайней мере, вдову можно не подозревать. А вот связь Ждановича с убитым Василием Полевых установить нужно. Какую связь? Он же сказал, что с Полевых его познакомил Крупицын, а он тоже мертв. Врет, сволочь. Чуйка меня не обманывает. Нужно установить свидетелей их общения. Ну, с момента убийства прошло 3 года. Где их искать? Вот ты сама любишь цитировать своего деда. Перечитай материалы дела. Уже читала. Да не нынешнего, Танечка, а 2018 года, когда ты Ждановича с бандой задержала. А что нам в том деле может помочь? Но вы же не всех фигурантов и подельников перестреляли, нет? Кто-то срок мотает, может вспомнить, что. А люди на зоне гораздо сговорчивее. Снова ехать в колонию? Угу. Ты автора видел? Сёмушкина. Ну, приехала, репортаж написала. Она могла не знать, что в этой колонии Сергунин сидит. Это какое-то совпадение. Я ей позвоню. Я не верю в совпадение. Тебе не кажется, что слишком много Сёмушкиной в этой истории? Не думал об этом. Я знаю, о чем ты думал! Ладно. Она была в колонии незадолго до побега Сергунина. Она была на химзаводе в момент ограбления и убийства. Вот смотри. Запись в блокноте Муравского. Джинсы 2 штуки и S-комсомолец.
Мы же сначала думали, что это мужчина. А это вполне может быть название газеты. Леша. Позвони Бухиной. Здравствуйте, майор Васильев. Вы упоминали, в день убийства Муравский общался с журналисткой. Когда именно вы их видели? В обеденный перерыв, где-то полвторого. Я из окна библиотеки их увидела, они вместе шли по двору. Вы уверены, что это был именно Муравский? Точно он. Его красную кепку и желтую куртку сложно перепутать. Красная кепка, желтая куртка. Спасибо. В половине второго Блохина видела Семушкину с переодетым Сергуниным. В это время Игорь Муравский уже лежал мертвый в подвале. Именно, Леша. В четверть второго Сергунин приходит на химзавод, убивает Григорьева и прячет похищенную платиновую посуду на территории. Потом сообщил об этом Семушкиной. Да, на следующий день она приходит на химзавод, подбросила похищенную платину в мусорный бак. У нее был доступ на предприятие как журналист. Сергунин угоняет мусоровоз и находит платину в мусоре. Леш, давай. Вспоминай, что ты рассказывал Семушкиной по делу. Какие-то общие вещи. А Сергуне не рассказывал? Она же его знала и тоже в этом ДК занималась. Интересовалась. В общем, да, рассказывал. За такие разговоры можно лишиться погон. Меня уволят. Что теперь со мной будет? Леш, тебе работать можно. И желательно головой. Поймаем Сергунина, тогда и будем оргвыводы делать. А сейчас, давай, что у тебя с иностранцами? Я уже половину баров обошел пусто. Ну так давай, обходи вторую половину. Давай, вставай, шагом марш, давай. Работать. Работа не ждет. Леша. Ларис. Привет. Привет. Какими судьбами? Интуриста одного сопровождаю. Он отошел. Что с тобой, на тебе лица нет? А меня, кажется, из органов уволят. Брось, за что? Да неважно, натворил дело. Ну, не хочешь, не рассказывай. Но если хочешь утопить горе в алкоголе, в этом баре не советую. Долго не протянешь, дорого. Лучше сразу к Зине. Я вообще-то здесь по делу. Скажи, пожалуйста, случайно не видела? Нет. Дим, поможешь? Да, да, конечно, давай. Иностранца. Давай посмотрим. Слушай, вот. Вот этот оленец как-то раз сюда приходил. Так. А вот этот? Был здесь? Этот? Уж больно наш. Рожа совковая. Но я его видел. Он как раз был в тот день с этим итальянцем. Хорошо, Лариса, ты приносишь удачу. Спасибо. Не за что. А ты куда? На доклад. Может, твоим. Ирочка. Леша, куда ты пропал? Не звонишь совсем. Много работы? Потерпи немного, скоро будем видеться чаще. Вы закрываете дело? Да, закрываем. Скоро поймаем Сергунина.
вышли на итальянца, которому он хочет платину продать. Ой, Леша, я же совсем забыла. Мне нужно в редакцию. Срочно. Я побегу. Следуйте. Гражданка Семушкина, вы задержаны по подозрению в соучастии, в убийстве и ограблении. Пойдемте со мной. Вы шутите, Виктор Сергеевич? Нет, второй раз вы меня не обманете. Когда мы с вами познакомились, вы сказали, что ранее занимались в ДК, в котором работал режиссером Денис Сергунин. Ну да. И что? Вы помогали Сергунину? Тогда, в 80-м. И были его соучастницей по делу об убийстве Лизы Сулейкиной. Вот. Я не вскрывала. Ну что ж, посмотрим. Предупреждал, не остановлюсь. Конец уже близко. Женщина погибла от моего ножа. Будут другие. Скажите народу правду. Нострадамус. У вас богатая фантазия, товарищ следователь. Моя фантазия подкреплена фактами. А вам я советую чистосердечное признание и сообщите следствию, где Сергунин. Я вам ничего не скажу. А Сергунина вам без меня не найти. Семушкина из Комсомольц. Ты его только что сама сдала. Разрешите? Осужденный Голубев, бывший член банды Жданович, не опознал по фото погибшего Василия Полевых. Ну, еще зря мотался в колонию. Зато он опознал Екатерину Полевых. Так, погоди, давай, вот без театральных эффектов, переходи к сути. Суть в том, что в 17-м году, незадолго до исчезновения Полевых, Жданович ему приказал следить за Екатериной. Думаешь, Василий Полевых заказал убийство своей жены Жданович? Уверена. Неясно только одно, почему Екатерина жива, а Василий убит. Ну, что-то они не поделили. Или не сторговались. Кирыч. Пасохина подельника Ждановича засекли. Он у бывшей жены на работе в магазине. Браво! Как вышли? Участковый хорошо поработал. Показал фото Пасохина начальнице и попросил, чтобы та предупредила, когда он появится на горизонте. Старые дедовские методы до сих пор работают. Танюх, поехали. Никитос и Тимоха уже там. Кирыч, ты с нами? Сами разбирайтесь, у меня работа. Принято. Пасохин с бывшей женой уже второй час под сутки зависает. Сексодром, блин. Возьмем его, когда выйдет. Не-не-не, брать час надо, пока он там без штанов куркается. Ну чего, братья? Ментовские обнимашки. Не двигаться! Руки за голову! Жданович подкатил ко мне еще в колонию. Базарил, что скоро на свободу вырвется, тогда мы крутые дела замутим. Сколько вас человек у Ждановича? Кроме меня еще двое. Второй стрелок водил в машине. Имена, фамилии?
Имен их я не знаю. Клички. Рыжий блондин. Привет, Тарантино. Кто координировал ваши действия, Жданович? Я не знаю, мы что, распоряжение по телефону отдавались. Трубка была дешевой. По ней нам и звонили. Какие распоряжения были? Где оружие взять, деньги, мы все это потом забирали в тайниках. А голос мужской, женский был? Никакой. Механический какой-то. Мы его между собой называли Фантомас. Ривер-оператор. Что? Ничего. Кто-то изменил голос с помощью ревербератора. Молодец. Ревербератор может скрыть дефект речи, акцент. Ай, черт, поранился. А где у нас эта аптечка? Дай пластырь-то. Ну, все равно нужно рану антисептиком обработать. Да, Нюша, пластыря достаточно будет. Никит, а при ранении ведь тоже рану антисептиком обрабатывают? Ага, представь себе. А что, если координатор женщина, и она не хотела, чтобы ее по голосу узнали? Сложно. Я вчера видела Екатерину Полевых, она в багажник своей машины положила большой пакет из аптеки. И? Жданович ранен, в больницу поехать не может. Вдова Полевых? Допросим ее? Нет, мы идем с тобой в аптеку. А зачем? Нужно узнать, что она там вчера купила. Так, кофе с Соной с пакетом шла пешком, значит, аптека недалеко. Погнали. Встретились снова. Товарищ режиссер. Пытаюсь понять, зачем вам, умной, красивой девушке, все это? Неужели из-за денег? Деньги, средства. Мы с Денисом хотели уехать. Куда? Вас бы объявили во всесоюзный розыск. Если заплатить кому нужно, то и границы СССР становятся прозрачной. Что ж вам на родине не нравится? У вас же хорошая профессия, живете в Москве. Мне тут душно. Тошно мне очерки к пленумам писать всю жизнь, когда такое в стране творится. Вы же каждый день с этим сталкиваетесь. С чем? Не притворяйтесь. Я в отделе писем начинала. Я там такого начиталась. Бросьте. Не стройте из себя диссидентов. Вы же с Сергуниным не с плакатами на Красную площадь вышли. Вы людей убивали. Я не убивала. Вы помогали. Вы же понимаете, что на этом Сергунин не остановился бы? Я-то это прекрасно понимала. Зачем ты стрелял в этого лейтенанта? А может быть, я приливна вам тебя? Ты
была с ним так нежна. Поцеловала зачем-то. Зачем ты его поцеловала? Ты сам просил меня им заняться, не помнишь? Мне страшно, Денис. Ты очень изменился после колонии. Да ерунда, ну. Ты просто отвыкла. Я прошу тебя, давай, как только итальянец вернет деньги за платину, мы тут же уедем в Грузию. Там можно перейти через границу в Турцию. Это же все для этого. Уедем, уедем, конечно, но попозже. Деньги с продажи платины копейки, нам этого мало. Ириш. Ты хочешь еще денег? Хочу. Эти денежки, это только здесь, в Союзе, здесь считается какая-то большая сумма. Там нужно гораздо больше. У меня есть еще один план. Мы погибнем. Я это чувствую. Ирка покупала у Муравского шмотки иногда. Он ей проболтался про платину в лаборатории. Нам известно, что вы под видом покупателя выманили Игоря Муравского в перерыве, убили и, переодевшись в его одежду, проникли на химзавод. Я не только режиссер. Я еще и хороший актер. Спору нет, отличный. Может, тогда в лицах расскажете, как убивали Григорьева? Зафлап ждал в лаборатории Семушкина, чтобы дать ей интервью. Игорь, ты зачем дверь закрыл? От потери 5,5 килограмм платины родная страна не обеднеет, а меня драгоценный металл мог сделать счастливым. А? И как сделал? Ничего, ничего, все еще впереди. Повинюсь на суде, сейчас вот со следствием сотрудничаю. Ну, не расстреляют же меня. Не-не, ну в тюрьму ты сядешь и, поверь мне, надолго. Я долго в клетке сидеть не собираюсь. Я же умный. Найду путь на свободу. Да, только теперь тебе не на кого рассчитывать. Семушкина тебе больше не поможет, ты же ей жизнь угробил. Ну, Ирка-то кто-нибудь другой. Таких, как она, много. Ну, так ты ничего не понял. Она же тебя любит. Нет никакой любви, я что за чушь? Да. Рука-то не дрогнула, когда невинных людей убивал? Они просто оказались на пути к моей свободе. Они же так, винтики в механизме. Это у меня цель. Да-да. Читал где-то. Тварь я дрожащая или право имею? Сергунин? Осужденный Сергунин, статья 102. Значит, не нашел путь на свободу? Никак нет, гражданин начальник. Встал на путь исправления. Товарищ майор, Екатерина Полевых вчера в аптеке купила антисептик. Сразу 8 упаковок. А еще она купила сильные антибиотики, бинты, спирт и пластырь. Идеальный набор для обработки раны. Похоже, вы правы, ждали еще не ее. Думал от нас спрятаться, хитрец. Да, он думает, что в квартире потерпевшего его не будут искать. Надо брать гада, пока не очухался. Готовим операцию захвата? Вы с нами? Нет, мне на доклад к генералу. Задержание Ждановича доверяю вам. Не прощелкайте его в этот раз. Очень прошу, по-человечески.
снайпера на месте. Опять накосячили. Чего? Связался с детским садом. Чего? Накосячили, говорю, чего? Ну че молчим-то? Я живым не дамся. И ее с собой заберу. Да брось, Жданович. Она твоя баба. А тебя с зоны вытащила. Ты ее не тронешь. Может, проверишь? Возьмешь грех на душу? Лучше зови переговорщиков. Зови! Переговорщиков. Это можно. Ну что, выход? А? Все хорошо. Молодцы. Давайте дальше без меня. У меня документы плавятся. Можете продолжать молчать. Ну так, для информации, двух оставшихся бандитов мы тоже задержали. Благодаря вам. Мне? Спасибо за идею с регулятором. Мы им позвонили, назначили встречу. И они пришли. Сбор 3 часа. На стоянке 48-й километр МКАД. Мне плевать. Ненавижу вас. Почему же? Я вам жизнь спас. Без Антона я и не живая. А вы сделали так, чтобы его убили. С вами говорить не буду. В каких отношениях вы были с Антоном Ждановичем? Ну, по-моему, все ясно, я его любила. Антон был единственным настоящим мужчиной в моей жизни. Как давно вы вместе? 2017, с февраля. В 2018 году Жданович также использовал женщину, а потом похитил ее сына. Меня он любил по-настоящему. Вы в этом уверены? Он мне это доказал. Спас меня от смерти. Однажды мы лежали вдвоем, и он признался, что мой муж нанял его меня убить. Почему он не выполнил заказ? Пока он следил за мной, влюбился и понял, что жить без меня не может. Вот тогда я предложил переиграть заказ. Нельзя было место поудобнее выбрать? Так это самое удобное. Сам же захотел. На мертвую жену посмотреть. Интересно, зачем? Мне не доверяешь? Или сантименты? Вам-то какое дело? Я деньги плачу. И хватит мне тыкать. Как скажешь. Ну, где она? Да вот. Использовать признание в старом преступлении, чтобы этапировали Антона с зоны в Москву. Вы юрист и знаете процессуальный кодекс. Раз вы так хорошо знаете кодекс, то оцените всю тяжесть вашего положения. Опять вы. Я же сказала, с вами говорить не буду. Нам не о чем говорить. Екатерина Владимировна Полевых
Вы проходите по делу как подозреваемая в соучастии в убийстве вашего мужа Василия Полевых, в организации преступного устойчивого сообщества, в организации побега особо опасного преступника с применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Понятно. Раньше, когда мы заканчивали дело, я была уверена, что это точка в истории. Но иногда преступники возвращаются. Возвращаются. Так было у твоего деда в 82-м году. Как теперь случилось у тебя? Тебя это удивляет? Нет, меня удивляет другое. Рядом с такими жестокими людьми оказываются женщины, готовые ради них на все. Почему так было? Любовь. Любовь в уголовный кодекс не поместишь. Я сейчас не могу говорить, но если вы оставите свой номер, я вам перезвоню. Леди, ну чё вы? У меня шашлык в тачке благоухает. Прыгайте. Танюш, действительно, пора. Пойдем.